Скажи, пожалуйста, ты представлена в Википедии не только как певица, но и как аранжировщик. Да, да, чуть-чуть аранжировка. Угу. А как ты работаешь с компьютером? Нет, дело в том, что меня окружает очень профессиональный, хороший состав из диджеев-аранжировщиков. То есть, в принципе, я не столько аранжировщик, сколько я стараюсь им посоветовать то, как бы я хотела это видеть. Но ты не из музыкальной семьи. У тебя ведь родители не имели никакого отношения к музыке. Моя мама, у нее абсолютно нет слуха. Она директор детского сада и преподаватель. У нее очень большая, хорошо развитая фантазия. Но в любом случае, она пела. Она всегда пела, несмотря на то, что у нее нет голоса. Как говорится, медведь на ухо наступил. Но она всегда пела деткам. У моего отца был очень глубокий, душевный голос. У него огромная была коллекция музыки. То есть это сочетание креативности и фантазии моей мамы с папиной любовью к музыке. То есть это такой микс, который породил мой талант. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».